Здравия желаю. Сегодня эту схему, что вчера на суперконденсаторов, используем для зарядки батареи. Как показала, зарядка идет. Также она не потребляет ничего. Ноль. Сматывает. И вот просмотрим показания. Вот. Вот сейчас 10.57. Смотрим дальше. Вот уже 10.58 начинает. То есть медленно, наверное. 10.58. Дальше ждем. Вот 10.59. Вот уже к 70 пошло. Семьдесят.
сейчас так вот поставить. Это она вот мигает, то что тут вот провода. Вот так ее положишь. Сейчас уже 70. То есть заряд идет медленно, верно? Сейчас пока схему нарисуем. Потом посмотрим. Знаешь, как я говорил, оно не сматывает. Схема простая. Сейчас нарисуем. Тут говорит схему, но опять-таки схему надо применять, знать то все, может кого и током ударит. То есть, если не знает, не лезьте. Схема, значит, вот батарейку рисуем. Батарейка, Б, батарея. Точно. Не вру. Батарейка. Далее. Провода от батарейки. Тут плюс пускай. Тут минус. Здесь стоит вот так диод. То есть туда дуй, сюда дует, обратно. Сами понимаете, что. Дальше идет выпрямитель. Так. 9 ватт. 30 вольт напряжение. Далее идет счетчик. То есть все понятно, схема очень простая. Главное подобрать, какой ток подать и какое напряжение угадать. Вот счетчик. Так, что еще? Значит, выходит ток 9 вольт сюда. А так как сила батарейки, сила тока, мощность батарейки больше, она, значит, обратно его вот сюда она идет через диод, вот сюда. А батарейка его обратно как пружина посылает, вот получается так. И вот он вот так вот функционирует, вот стрелка, то есть туда. Сюда, видите, функция. Ток идет туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда. То есть со счетчика траты нет. Видите, ноль. Вот этот ток, что запустили сначала, он продолжает вот так и бегать. А раз здесь движение, движение это энергия. Энергия это электричество. Здесь идет подзарядка. Вот и все, вся схема. То есть ничего сложного. Сложность в том, чтобы подобрать вот эти параметры и понять, как работает ток, что такое ток. Это типа пружины. Пружинку натянул, пружинка растянулась назад. Пружинку натянул, сильно натянул, она туда ушла. Счетчик скручивает. Потихоньку натягиваешь, она обратно отдается. Понимаете? Пружина, вот она. Ток это, пружина. Вот так вот. Вот это вот понимаете, что ток это пружина. По пружине она идет. Постоянный ток у него зигзаги меньше. У переменного у него пружина вот побольше зигзаги. Вот и все. Он не переменный, а прерывистый как бы. А этот прерывается, но мелко. То есть
по этой схеме, значит, будем зарезать, но окончать-то пригодность схемы для ионистров, это вот, как вчера показывал, доказано 100%, можете применять. А пригодность схемы для батареек еще не совсем доказана. Хотя работает, потому что батарейка это не новая, надо на новой проверим. Если так же будет, значит и пригодность схемы, потому что ионисторы, им ничего, хоть 30 лет, а это вот это уже она полудохлая. Вот смотрим, сколько у нас. Вот пока разговаривали, уже почти 73. Видите? То есть примерно одна сотая вольта за минуты две где-то. Сейчас посмотрю по времени. Вот 11 минут, значит, было 60, по-моему, когда начинали. А сейчас уже 73. 73, да? Ну вот 11. 60 с чем-то было. 65, по-моему. 11 разделить на 6, пускай. Сейчас. Ну где-то 2 минуты, 1 десятая. Если разделить всю батарейку, значит, у нее минимально 11, здесь даже меньше, 10 пусть, а максимально 12,7, то это 12, 2,7 будет еще, то есть 270 этих сотых, это значит в 2 минуты 1 сотая, помножим на 2. 540 минут разделим на 60. 9, то есть зарядить батарейку 9 часов надо по такой схеме. Вот эту старую. А сколько новую? Будет батарейка, проведем эксперимент. Возможно, для новой можно ее усилить. Подобрать, чтобы она не сматывала так же.